Это из-за того, что мы его осуждаем? Какой странный сон. Что? Секунду. Что? Сон? Я сплю? Бля. Почему-то в моем доме и в клетке. Что? Это пиздец. Это за размножение. У него, походу, реально с личностями. Да, он ёбнутый. Мы бы сами хотели спросить. А, подожди, это странно, что? А? Ах, точно. Я это сделал. Он спросил, не помню. Что-то ты поздно как узнал. Похоже, Тома еще не до конца проснулся. Но, походу, он гнился как-то странно. Я думал, что сейчас умру, видя тебя такой. При этом не помню ничего. Довольно шокирующее зрелище. С просони, наверное, но... Вот, бля. Блин, а Орион же не хочет там вылезти из нас и вселиться в Тома? Он не может этого сделать. Если бы я не пришел в себя, у меня бы могло бы остановиться сердце. Черт, это было правда пугающе. Иногда я смотрю на это все и думаю, что же я делаю. Но это не значит, что я могу остановиться. Похоже, сегодня ты проснулась первой. Похоже, я чутка проспал. Доброе утро, Ода. Давай, почему ты спишь на полу? Будем прямыми. Ты же тоже спишь на полу. Я не могу спать на кровати, пока ты спишь на полу из-за меня. Я сказал, что куплю тебе матрас, но я все еще не сделал это. Трудновато найти такой, что поместился бы сюда, Я довольно долго искал. Для детей такой матрас. Вот что он сказал. Может, и делает странные вещи, но все же пытается быть к себе добрым, мне кажется. Давай без стокгольмского синдрома, Орион. Да. Он больной. И желательно нам, конечно, упечь его в дурку и, конечно, навещать, возможно. Но, да, хватит с нас как бы. Я хочу увидеть его. Ой. Очень хочу встретиться с ним. Но я не могу пока. Я сейчас пёщу. Совсем немного. Немного дольше. О, блядь. Я люблю тебя. Кого? Тебя. Пока я не могу. Пока я не могу признаться в твоих чувствах. Кому? Зачем? Не надо. О! О, нихуя. А где клетка? Прости, похоже, я разбудил тебя. Я смотрел, как ты спала. Ты злишься? Я уже сдался и знаю, что пришел точку невозврата. Но я правда боюсь ненависти со стороны тебя или Шина. Я хотел, чтобы вы были счастливы. Ты и Шин, вы оба мне так, как семья. И я ценю вас. Но я правда худший. Изгой ты, ёпты, блядь. Да, именно. Если бы Шин об этом узнал, сомневаюсь, что все бы обошлось только ударом по лицу. Конечно, Шин адекватно сбил меня. И что бы я сделал после того, как Шин избил бы меня? Что потом? Может, я бы переехал куда-то далеко, чтобы ты никогда меня больше не видел? Чувак в тюряшке бы отсидел, нет? Вот об этом думал. В дурку? В дурку или в дурке, да. Куда-то далеко в дурку. августа. Ладно, я выйду ненадолго и снова возьму твои ключи. Это не займет много времени, но все равно веди себя хорошо.
Спасибо. Не подбивай. いい子にしてるよって。いい子にしてるしかないじゃん。 Он говорит, ведь типа хорошо, будто есть что делать. А, серьезно, что вообще можно сделать, чтобы улучшить ситуацию? Настроить клетку, я не знаю. Если будем слишком долго ждать, вполне возможно, что воспоминания просто перестанут возвращаться. Один хима. Мне так скучно. Джигсоу пазл яру? Вроде пазл, он, наверное, еще более запутанный. Тейука, сумо кейджи но нака. И здесь совсем не на что опереться в этой клетке, кроме как на прутье. Не хочешь покрасить стул? Нам уже удобно. О, подожди! Эй, посмотри, здесь решетка сдвинулась. Там, где ты только что легла. А это значит, если я попробую протолкнуть это вперед в верхней части клетки? Получается, ты можешь идти чуть. О, Алена ушла на интересную сторону. Ну да. А клетка-то китайская. Не могу поверить, ты смогла выбраться. Похоже, клетка была дефектом, нижняя часть крутона была приварена как следует. Бежим, бежим, бежим! А, и что же нам делать? Попробовать сбежать? А, ты не можешь вернуться к тебе домой, мы просто не знаем, как ты с этой травлей. Так что, блядь, предлагаешь ли дома сидеть? Давай к Шину побежим. Она не знает, где он живет, но мы можем побежать в кафе. Позвонить. Ну да, в кафе сходить тоже дома. И что же, здесь опасно находиться? Нет времени на раздумья. Пипец! У меня ноги аж сводят от страха. Пушкин. Так, сохранимся, может, тут на время будет. Просто находись в телефон, где я буду, так ты можешь позвать на помощь, если что. Полки, быстрее, и спрячь его в коробку от пазла. Ничего не понимал. Закончилось, все нормально? А то мы что, слепой что ли, он не заметит, что у нас пропал телефон на полочке. Ты смогла! И тут звонят родители. Я дома. Сука. Сегодня почтовый ящик был заполнен странным липким желе. Вообще, это было легко отмыть, так что это хорошо, но... Почему они выбрали именно это из всего, что существует? Последнее время он использует только и думаю, что виновного закончились идеи. Ладно, информация, что ж, сделаю это позже, а я просто возьму его с полки, чтобы... А? Мой оперный театр. На полке телефон лежал. Ага, сейчас посремся. Его здесь нет. Пиздец, почему именно сейчас этот телефон ему понадобился? Странно. Могу поглядеться, что положил его сюда, может, он куда-то упал. Быстрее, пока топ там не смотрит. Может, попробовать позвонить? Уверен, что услышу его, даже если он на беззвучном. Ну, ё-моё. Мы успеем его выключить, надеюсь. Аппарат абонента выключен или находится вне зоны действия сети? Точно. Я же его уже вечность не заряжал. Батарейка, наверное, села. О, да прости, похоже, я куда-то дел твой телефон. Уверен, он где-то в этой комнате, но... Ты же не достал его оттуда, так? Ой. Бля, а вот это жестко. Каким образом? Наверное, каким образом? Я бы его там... Бля, а вдруг он начнет клетку проверять? Бля. А ты бы меня выпустил? А, чё, ты бы меня выпустил, это как-то... Каким образом?
каким образом? Давай каким образом, если человек... Ну ладно, придем так. Точно? Ты бы ни за что не выбралась оттуда. Значит, я действительно положил его куда-то. Я поищу его позже. Может, он прямо за полкой? Это было близко, мы смогли это сделать на Курвеку или Тому. Я не умею потеть. Это означает, что нашей главной героине было в холодном поту тоже. Ну, я тоже пробрало. Ты не можешь выбраться из клетки, и ты можешь кому-то позвонить, так как у тебя есть телефон. Ты на тебя побудешь время, чтобы выбраться отсюда и вернуть твои воспоминания, пока это не слишком поздно. А, что это за звук? Отойди на секунду, быстрее. А, что? Что это такое? Что? Что-то он в оборванной какой-то футболке, оборванец. Ты видишь? Да, я вижу. Он ей игрушек засунул. Ой, кажется, теперь там довольно тесно, похоже, там было немного вещей до этого. Я спросила, что это такое? Уверен, что тебе там скучно, так что я собрал то, что может тебе понравиться. Я не особо знаю, что тебе сейчас нравится, так что я собрал в основном то, что тебе нравилось, будучи ребенком. Спасибо, блять. А спросить тебе не судьба? Плюшевые игрушки, книги, шоколад, буквы. Я подумал, что так тебе будет чуть менее уныло там, или это все тебя только раздражает. Ты даже не открыла тот пазл. Похоже, тебе не нравится ничего из этого, что я тебе даю. Я сдаюсь. Тома, покажет привязанность, или это просто вина? Это и то, и другое, но теперь это выглядит как коробка с игрушками. Это будет одна из игрушек Томы. Наверное, именно так. Это комната как коробка с игрушками и сундук с сокровищами Тома. Я говорю, она для него вот как куколка красивая. Стоит там на полочку, и никто ее не должен трогать, и он сам ее не трогает. Он сгребает все вещи, что важны для него. Ну да, то, что важно было для него в детстве, как главная героиня. Короче, дебил. Психопат. Что такое? О! Я для тебя как кукла. Чё, будем я для тебя как кукла? Или будем отвечать, ты сделал это то, чтобы посчастливить меня? Ну, я склоняюсь к первому варианту. Я тоже. Давай, первый. Я никогда так не думал о тебе, ни разу. Ты это ты. Ты не кукла. Ты даже не принадлежишь мне. Был ли хоть один момент за все эти 19 лет, когда ты принадлежала мне, Ода? Нет, я прав? Даже сейчас, когда ты заключена здесь, ты не моя и никогда не будешь моей. Я хорошо понимаю, насколько хорошо, что становится больно. Это не продлится очень долго. Я найду улику, что мне нужна совсем скоро. Улику? Какую улику? Трэш. Какой трэш? Мне кажется, она напишет шину, и он придет, и все, и будет, как он сказал. 23 августа. Да блин, весь август в заточении. Доброе утро! Он шепчет вроде, да? Да. Здесь нет, он вышел на улицу, может, он просто вышел выкинуть мусор?
Теперь мы исследуем ваш телефон и проверим сообщение, что вы получили во время заключения года. Журналист, что ты делаешь? А он типа такой, он какая-то типа как детектив. А, ну давай, ты журналист. Ну да, ты поняла, я пародирую здесь телевидение, я как-то подумала, что это будет забавно. Ладно, спасибо, что поднял на настроение. Тебе должно быть нескучно. Давай, потому что там то... Ну ясно, это как-то, не знаю. Да, тебе должно быть чуть скучно. Да прости, я просто немного рад, что теперь мы можем выбраться из клетки. А, ясно, походу лучше было. Ну ладно, пух. Ну, похоже, ты вернулся в нормальном состоянии, раз уж можешь мне так дерзить. Ну, спасибо, чувак, мы... Возможно, это ошибка перевода. Ну, типа, ясно это, типа, надо было не ясно, ну, понятно, наверное, оставить, потому что, ну, типа, понятно. А не такое... Ясно. Надо Бокуну Сагатова Кацури Метер. Хотя мне кажется, что ты слишком хорошо меня видишь. Сате, соледя, мэрио мите. Ладно, проверим сообщение, мы уже поспешим, пока Тома не вернулся. Новое сообщение. Да вот! Вот и три сообщения. Давненько ты их не проверяла. 23 сообщения, И у тебя телефон сегодня разряжен, нужно сейчас проверить хотя бы самые важные, и то, и Шину написать. Ты получила кучу от Шина, но в большинстве из них до 17-го, он, скорее всего, просто спрашивает, где ты. И еще есть несколько отставы, кем здесь, как дела, или мне скучно, так что она, наверное, подруга. Не похоже на то, что можно, из чего можно получить много информации. Это тыки? А, что случилось? Не похоже, что ты в порядке, я волнуюсь. Я хотела прийти, но Рика оставила меня, сказала, что это неправильно, извини. Да и вообще приходить к девушке, когда она лежит в кровати, тоже неправильно. Надеюсь, у тебя все хорошо с парнем, с тем парнем. Это, подожди секунду. Тогда это значит, что не к Юке ты испытывала безответную любовь? Я думаю, мы все-таки испытывали это к Шину. Почему-то. Хрен пойми. Ну, потому что он какой-то к нам все равно холодный, и как бы... Но мы с ним дружим, но, возможно, мы не получали от него ответа. Ну, что-то такое, мне кажется. Хрен пойми. Ну, посмотрим, может, вообще Кент. Да, Кент. Ой, мем. Кент, и там что-то другие, это очкарик. Из картины понятно, что я просто дала тебе совет, у него есть девушка по имени Рика. Может ли это, что если ты спросишь Рика, ты вполне можешь узнать, там, кому у тебя были чувства? Подожди, Шин тоже может сказать, ты с Шином тоже говорила на эту тему. Да ладно. Ну важно спросить Шину и Рике, просто отправь сообщение и спроси насчет этого. Если это вернёт все твои воспоминания, ты будешь не сможешь со мной общаться? Нет, это самое важное. А ты хочешь вспоминать, кого ты вообще любила, или просто не хочешь? Да, нам в любом случае придется. Или у тебя есть предположение? Не хочу, я думаю, это был Тома. Хочу узнать. Вот так. Ну ладно, мы хотим узнать. Давай, мы хотим узнать. Мы не думаем, что это был Тома. Кого-то влюблены. Или что, да. Или это типа, что Тома, мы были в него безответно влюблены, но он не позволял себе себя любить, что, мне кажется, он бы был рад. Я не хочу знать, а почему мы не хотим знать? Мне бы хотелось бы узнать, кого мы там любили. Мы все-таки потеряли память. Ну да. Да, я не. Суда, я не. Уверен, что ты хочешь, но это мне нормально. Осознание этого не изменит твои чувства сейчас. Да похер, просто дважды узнать каждого. Нет смысла медлить, просто отправь это сообщение, Вода. Подожди, что? А телефон разрядился.
не может быть батарейка полностью. Да, можно же на нуле попытаться отправить. Ну, я так делал. Мама, почему? Почему сейчас? Черт подери! Это плохо, спрячь телефон, Тома вернулся. Да лучше его не спрятать, и никуда не открывать. Я вернулся, а? Уже проснулась, рановато для тебя, вот, это же подарок. Банка с соком. Тебе же очень нравился этот чай, верно? Я купил его по дороге домой, когда шел выбрасывать мусор. А, у меня болят руки, было тяжело это нести. Мне не нужно постоянно откладывать это на потом. Пожалуй, нужно время от времени убираться в квартире. Ты же нравишься Томми, так я думаю, это так без сомнений. Да хоть его любовь не отличается от нормальной. Несколько. Да. Так и просидели мы еще один день в клетке. Зашибись. Как мило. Ты закончила? Эй, твои волосы все еще мокрые. Ты могла воспользоваться феном. Ладно, иди обратно. Тебе будет холодно, если не оденешься, ведь так? Что такое? Не знаю, что ты хочешь, что не хочешь, но разве не будет лучше, если ты пойдешь куда-то, где я тебя не смогу увидеть? Ты меня любишь? Ну, скорее всего, любишь, потому что ну, он точно да, не ненавидит. Ты меня ненавидишь? Да, типа. И, возможно, это, она, типа, ты спрашиваешь, что, типа, почему он так с нами поступает? Ты нас ненавидишь? Типа. Но он, мы, он явно нас любит, ну, типа, по-ненормальному, конечно. Mm-hmm. Ты меня любишь? Ебало на ноль сразу видно. Вот это выражение лица реально ебало на ноль. С чего бы это тебе спрашивать, и какое это вообще имеет значение? Чё, давай как это. Может, это поможет нам... Я не знаю, как поступать. Но давай придерживаться... Можешь посмотреть. Ну, типа, прикол, вот смотри. Я не знаю, я немного не понимаю логики игры. Для меня она сложная. Но ты ее видишь. Вот. Для меня логика другая, типа, дотронуться до его щеки и как бы к нему прилоститься, и как бы, возможно, бы он нас выпустит из клетки, или продолжать просто, ну, типа, быть просто, ну, лояльным, лояльной к нему. Дотронуться до щеки — это продолжение каких-то романтических намёков, это какой-то, а вот молча глядеть — это не романтический намёк, это вот просто мы его спросили и смотрим на него. Ну, мы, типа, вот какая тут может быть романтика, вот скажи мне, ну, чувак, ну, типа... Ну, может, он, это, конечно, типа, может... уклон на стригу, ну, короче, на стали... Блядь, как он говорится, синдром этот. Стокгольмский да. Синдром. Ну, я, вот опять же, мы как судим, вот это реальный стокгольмский синдром, ну, конечно, Тома заботливый и все такое, но он нас держал, мать твою, в клетке и пичкал снотворным, и это, ну, ненормально, вот с таким человеком явно романтических отношений лучше, ну, не строить, так что давай-ка мы не будем его так сильно к нему липнуть, мы просто будем его смотреть на него. Тебе правда стоит прекратить так на меня смотреть? Я потеряю самообладание, если будешь на меня так смотреть, даже если ты этого вовсе не хочешь. Спасибо. Ну вот это что такое? Что потерять самообладание, ты меня смотришь? Я скоро тебя выпущу. Подожди в клетке чуть дольше. У нас так будет до, вот этого, до старости там держать. О, музыка какая-то. Слышал? Зловещая такая. 24 августа. Ну, сейчас уже 5 дней в клетке посидим. В итоге ты как-то не смогла вчера понять, кто же тебе нравится, и к тому же твой телефон сел. И не мог куда-нибудь. А то у меня есть предложение, почему бы тебе не пойти на работу и не попробовать спросить кого-нибудь? Как пойти?
Орион, ты такой... Конечно. Кики же там всегда находится, так? Я понимаю, что это опасно зайти, но сейчас ты не можешь просто сидеть. А, у нас же клетка сломалась. Да, да. А мы не можем подзарядить телефон хотя бы на 5% и просто отправить сообщение СОС? Я хз. Мы можем шину отправить СОС хотя бы, да. Я буду следить, чтобы вы не попали в неприятную ситуацию по дороге в кафе. Я пойду, если то можно. Я пойду. Да я пойду. А чё мы в этой клетке сидим уже, блин, сколько? И не то, что в клетке, а в этой квартире. Мы на улицу не выходили, ну, недели две. 5 дней, да. А, ну, если читать совсем, то да, где-то не пару недель мы уж точно не выходили на улицу. Он нас сейчас в основном держал дома. Типа, ой, не выходи, все дела. Да. Я пойду. Я пойду. Ладно, подождем, пока Тома куда-то уйдет, а потом пойдем к тебе на работу. Если он узнает, что ты ушла, ну вообще шансы, что он узнает, довольно высоки. Подожди, если он узнает, ты понимаешь, что ты окажешься еще более плохой ситуации, чем есть сейчас. Если будет нужно, ты можешь сказать людям с работы, что Тома насильно держит тебя в заперти. Ага, можешь, надо говорить, прям кричать об этом, когда придут. Сукумадева, ты не хочешь так далеко заходить, но тебе хотя бы нужно найти кого-то, на кого можно положиться. А главная героиня, то есть сама не хочет кого-то звать, чтобы типа Тому посадили, я так понимаю. Ну и дура, конечно. Ну да. Ну, видимо, это типа, что они дружили, как бы. Ну, ей надо просто принять ситуацию, что люди меняются, как бы. И что это вообще ненормально. Поехала по капитальному. Так что пошли, нужно положить конец такому образу жизни, восстановить твои воспоминания. А почему ты зажимаешь руку в кулак, глядя в пустоту? Он увидел тебя. Я возьму твои ключи. Надеюсь, ничего не случилось с твоим домом. Пока-пока. Да, потому что как долго тебя не будет, это подозрительно. Обычно мы вроде ничего не отвечаем. Почему тут нет такого? Да, пока-пока. Да, блядь. Я не сохранилась. Ну, ладно. Ладно, идем. Что это с тобой с того ни с сего сегодня? Ты так говоришь, будто мы прощаемся навсегда. Хотя я уверен, что это именно то, чего ты хочешь. Ты хочешь покинуть это место? Ты хочешь быть свободной от меня? Мы просто хотим быть свободными, не обязательно. Мне очень жаль. Мне жаль, что твоим старшим братом стал такой парень, как я. Можешь делать со мной все, что хочешь, после того, как это уладится, я сделаю все, что ты скажешь. Сдохнуть? Сбросься с крыши. Прохрустело. Психотерапевту. Так что спасибо. Просто потерпи еще чуть-чуть. Я думаю, это займет максимум 2 часа. Еще я куплю тебе подарок. Ой, спасибо. А может ты до скорого. Да? Подарок он нам купит. Собака. Музончик. Ладно, пошли. Ура! Картинка меняется. Я сама устала сидеть в клетке, да. Ой, подожди, я забыл кое-что важное. Что? Подойти до места своей работы из дома Томы. Так в смысле дойдем до дома? Какая разница, господи, да. Пойдемте как-нибудь пойдем. А что нам делать? Хочешь пойти домой, а потом пойти туда, оттуда? Ну, как вариант. Ну, там Тома, нам... ну, там Тома дома у нас, лучше туда не ходить. Очень быстро мы можем встретиться с Томой, но у нас уже нет выбора, так? У нас реально нет выбора, мы не знаем. На самом деле, ну, да. Хороший вариант просто спросить на улице, сука.
Ну да. Тут никого нет. О, это тот зеленоволосый, походу. Это Алена даже. Алена, она. У него такой голос, типа, прям очень спокойный. Такой. Ты все еще жива? Давно не видели Сода? А, это он! Тот факт, что мы так долго не видели, значит, что Тома держал тебя в заперти, верно? Кто этот чел? Вот скажите мне, мне просто интересно. Он почему все он знает? Он типа чисто видит будущее или что? Что с этим парнем? Откуда он это знает? Вот почему я сказал тебе, мужчина, что с тобой не твой парень. Что, я тебе не рассказывал? Что ж... Я тебе уже говорил ранее, хотя кажется, это была не ты. Что это значит? Этот человек не видит ничего, кроме тебя, так что заключение тебя в своей комнате скорее снисходительно, учитывая это. И все же он более проблематичен, чем другие. Я практически не видел у тебя хороших концовок с этим парнем, хочу сказать. Концовок? В отличие от меня, он не в курсе своего сумасшествия, так что с ним очень тяжело справляться. Ага. Ну и что ты собираешься делать, куда ты хочешь пойти? Ощущение, что это типа чел, который ломает четвертую стену. Да, потому что он сейчас сказал концов. Ну это да, но до этого тоже типа, что он да, предсказывал, да, да, ну он пытался предупредить как-то, хотя он стрёмный. Может быть, кстати, может быть хз. В полицию, в кафе, домой. Сомневаюсь, ты пойдешь в полицию, ты ни за что не сдашь Тому, чтобы он с тобой не делал. Интересно, почему? Хотя это не имеет значения. Просто следуй за мной, я не знаю, куда ты хочешь пойти, но ты же не хочешь, чтобы тебя нашел Тома, я прав? Я покажу тебе хороший переулок. Что? Переулок был неплох, но можешь ли ты ему доверять? Мы ему доверяем, все, мы ему доверяем. Ну да, походу. Давай убежим. Не думаю, что у нас есть какой-то либо выбор. А, понял. Мы ему доверяем, все. Он хоть и стрёмный, пусть он нас кухнет, но Тома уже... Мы сдохнем у Томы в клетке. Решила последовать, это хорошо. Я люблю девушек, у которых есть немного смелости. Хотя, говоря о тебе, это далеко не похоже на любовь или ненависть. Иди за мной, я проведу тебя. Но голос у него прикольный. Да, у него классный голос. Блин, меня это храм? А уже храм, кстати, был, когда воспоминания. Может, здесь есть тайный ход? Он правда находится вне поля зрения, а еще здесь не особо много людей гуляет. Это как-то странно. Да, господи. И что? Он что, в тишине какое-то время? Мне это не нравится. А, думала. Он остановился? Я думал о многих вещах. Это правда сложно, здесь слишком много людей смотрит, я сейчас припокрою.
Там город, одна большая проблема, там, где я живу, не так много людей. А кто говорит? Думаю, нормально будет не думать о последствиях. Я не знаю, что будет плохо, если я немного не потерплю. Подойди сюда. О, ты все еще опасаешься меня. В таком случае можешь стоять рядом со мной. И он похуй. Я тоже на самом деле. Посмотри сюда, знаешь, что это у этого храма есть очень старый колодец, но он совсем не используется. Ну сейчас чел нас уколодец, да. Такие это все. Да, давай, пускай. Это опасно, им стоит его наполнить. А он прав, это колодец, но с чего бы ему говорить об этом? А прикол в этом колодце будет Тома, дохлый. И тот, кто с нами, это не то. Короче, вообще, блин. Ну, блин, было бы классно. Но навряд ли. Знаешь, а я ведь уже сюда падал. Вода была холодная, грязь попадала мне в нос и рот, изнутри он покрыт мхом. Так что оттуда нельзя выбраться. Это было очень неприятно. Никто не мог услышать меня, сколько бы я ни кричал. Я удивлен, что он выбрался. Вот так я умер. Я тогда утонул или умер от голода. И чё? Ты когда-нибудь умирал от того, что твое тело сгорело? Тебя не вонзали нож, а потом оставляли, пока ты мучилась от боли и истекала кровью просто невообразимо долгое время. Он нам говорит концовки, которые могут быть, или что? Я не знаю. Тебя когда-нибудь сбивала машина, проносила тебя все еще живую за собой? На тебя падал обломившийся потолок? Тебя когда-нибудь разрывало на куски под поездом? О чем он говорит? Конечно нет, это вполне нормально. А вот меня, да. И это будет повторяться снова и снова. Я не могу избежать смерти, пока моя мечта не будет исполнена. Чтобы спасти тебя в другом месте, но только не здесь. А? Да, отсюда. А, вот и. Че, нас все скинули? Походу. Бля. Будь благодарна, ты умрешь быстро. Это ничего по сравнению с тем, что я испытал до этого. А почему... ладно. Нет, это-то ладно. Это... Я так и подумала, когда он нас привел к храму, что, бля, я не подумала, что он нас может убить. Вот, но да, это понятно. Но а в чем мы виноваты для него? Вот, типа, это ничего по сравнению с тем, что я испытал до этого. Типа, что это самая нормальная смерть? Типа, он перепиливал его поездом, типа, да, это не самое страшное. Короче, он говорит, будь благодарен. Встретимся в другом месте и в другое время. Мы, походу, еще в других ветках к нему увидимся. Вот, здесь холодно, ты не можешь дышать. Ода, Ода! Мы проебались. О, господи. Нет, грязь, ты тонешь? Я не помню, когда я сохранялась. Ода! Походу. Вода холодная. Эта грязь попадает мне в рот и нос. Я пытаюсь использовать руки, чтобы взобраться, но из-за мха я только падаю. Я кричу, но никто не приходит. Я уверена, что я скоро умру. Конец. Давай перезагружись. А чё, какая концовка будет? Нам скажет, какая концовка? Хреновая. Я не могу менюшку пока вызвать, это заставка. Звук там. Гримфати. Блин. Короче, почитаем потом в стиме.
Да, давай загрузись на последнее. Угу. Да. Слава богу, хоть я загружалась. Да. А перемотай здесь. А тут мы какие... каким образом? Каким да? образом? Да, я но. Так, а я не помню... О, нифига, тут есть параметры. Ебать. Компания, привязанность, описание благосклонности, героини к выбранному персонажу. Среднее доверие, насколько прочны ваши отношения с ним, подозрения, вызванные потерей воспоминаний героини. Сомнения, испытываемых героиней. Нихера себе. А подозрения, вызванные потерей воспоминаний, это как? Это, видимо, то, что мы слишком много говорили о том, что у нас потерялись воспоминания, и, видимо, Тома этим воспользовался. Mm-hmm. Я так поняла. Много слишком подозрений вызвали, и из-за этого шкала Короче, насколько прочны ваши отношения с ним? Короче, мы еще типа, можем их поднять, видимо. Ну да. Можем их поднять. И мера сомнений испытаны... Ага. Ну, тут я понимаю, что меры сомнений, ладно. Благосклонность выбранному персонажу. Так, опции. Оказывается, все это время можно было посмотреть отношения с героем. Ну и ладно. А вот далее. Так, как там? А я не знаю. А, может на тап, сейчас. Смена. Назад, сейчас на тап. Нет, на капслок тоже нет. На shift нет. На... Ага, сейчас найдем кнопочку. Так. О, нашла. Ну все, перемотала. Промотка. А как? У меня на как-то она включается и все. Так, подожди. Еще раз. Может, надо взять? Опции. Z, X, S. Давай на эти похожи. Z, X. Китай. Так, назад. S. О, промотка. Так. Читать, все. Ага. Так, О, зеленая. А что зеленая? А, видимо, что мы выбирали. Да. Это специально пока сделано, чтобы мы, типа, не другие ответы не прожимали. Вот. Давай, что ты делаешь, а то что-то мы... Да, что ты делаешь? А, ты не знала? Люди часто делают такие вещи во время утренних шоу на ТВ. Ясно. Ну, ясно. А, блин, мы то нормально. Ясно. У нас реакции нормальные были, окей. Да. Так. Так. Я хочу знать. Да. Мы все делаем, только не идем за этим. Так, ты меня любишь. Мол... Давай дотронемся до щеки. Мне кажется, мы не уйдем тогда. Ну ладно, давай молчим. Давай посмотрим пока так, как... Ну, так. Без золота. Да, ты поняла, короче. Я пойду. Пока-пока. Убегаем от этого гандона. Верно? Не хочешь идти? Ну, против. Убегаешь? Хорошо. Завтра время подойдет к концу, мы больше никогда не встретимся, так что не переживай. Все равно мы идем в одно и то же место, как ни странно. Двигалась, бежать сейчас нелегко. Этот мужчина не преследует нас. Интересно, кто он? Может быть, давний знакомый или твой очень старый друг? Видимо, он старый друг будет у нас. Или давний знакомый. Он похож на других этих ветках. Да. Но когда он говорит с ним, у меня мурашки по коже. Я, сонно
Ладно, здесь нельзя прохлаждаться, у нас нет времени, поспешим. Подожди, мы не знаем дорогу к кафе. У нас нет выбора, мы должны вернуться к месту твоего дома. Знаю дорогу оттуда, то мы сможем дойти до кафе. Тома, тут ты не ирукана. Интересно, где Тома? Он все еще у тебя? А? Блять. Кто-то. Осторожно, одни дороги. То ли машина, то ли мотоцикл. А ты в порядке? Мотоцикл чуть нас не переехал. Мотоцикл. А, мою плечо и колено, ты ранена? Ода. Может, ты подвернула его, не похоже, что она сломана, но здесь есть небольшая трещина. Что таким мотоциклом? Он пытался убить тебя, или это был просто несчастный случай? И почему это произошло прямо сейчас? Может, стоять и ходить? Подожди, подожди, не напрягай себя! Это нехорошо, просто стоять больно. Что будешь делать? Пытаешься тебя пойти туда, но если тебе слишком больно, тебе стоит пойти в больницу. А, не так плохо, но... Ну, другой вариант, это вернуться к Томе домой. Что, кончится? Да... Ты точно в порядке, нога болит? Я могу понять, если ты никогда больше не захочешь идти к Томе, но... Ты собираешься просто пойти в кафе вот так, это уже слишком. Как слишком? Что, переломано или что? Ну, типа... Слушай, любом. Ну, нам надо все равно идти, потому что нам... Ну, мы скажем, как есть уже, что... Ну, возвращаться к Томе, это вообще какой-то верх какого-то мазохизма. Он там уже, наверное, может дома ждать, и вообще там будет полный пипец. О, да? Что? А? Тома. Это Тома! Почему ты здесь? Как ты выбралась? Блин, у меня залагало опять. Это плохо, хуже всего. Давай, сбежи, Мода. Стой, ты ведь не можешь никак не сбежать. Можешь перезайти. Я нормально. Нормально. О, господи, нет! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ох, понятно. В конечном счете, что бы я ни делал, ты всегда сбегаешь от меня. Вот как так? Вот оно что. И неважно, как бы сильно я не пытался защитить тебя, ты всегда... Это слишком смешно. Я знал, было бы вполне естественно для тебя попытаться сбежать. Но думать, что я на самом деле увижу тебя вот так, лицом к лицу, меня просто тошнит. Думаю, я был слишком наивен. Если ты все равно будешь меня ненавидеть, то мне следовало сделать с тобой вещи куда хуже. Что? Ну, кошмар. Я не стану снова извиняться. И не отвернусь, и не стану бездействовать. Я пожертвую всем. Тут какой-то... Какая-то музычка, кстати, новая вроде, да? Ну да, чуть-чуть вроде. Я пожертвую всем и исполню свои собственные желания. Нихуя себе. Пипец. Мне кажется, мы сдохнем просто от истощения сейчас. Доброе утро, Вода.
Ты узнаешь меня? Или забыл? Я Тома. Попробуй повторить мое имя. Тома. Да, хорошо. Скорее всего, ты забудешь уже к завтрашнему утру, но я буду учить тебя столько раз, сколько мне нужно. Я всегда буду здесь, всегда буду рядом. Эй, ты все еще слышишь мой голос? Времени прошло с тех пор, как тебя заперли здесь. Она, наверное, начала вообще забывать полностью все. Она же, типа, если ее не вспоминать, она будет забывать. Mm-hmm. Скорее всего, из-за этого она уже... Или наливает. Твой разум стирается все больше и больше. Я сомневаюсь, что он вернется. Не. О, да. За окном все бело. Может, это снег? Блять, мы что тут до февраля? Там птицы щебечут. Интересно, холодно ли там им? Не знаю насчет птиц за окном, но тебе ведь не холодно, да? Здесь неважно, зима или лето. Но снаружи опасно. Столько опасностей, никогда не знаю, что может случиться. Но не волнуйся, я защищу тебя. Я всегда защищу тебя от любых ужасов. Пока я жив, пока жива ты, и пока ты здесь. Пипец. Мы всегда... Ну, арт классно, да. Ну да. Всегда будем вместе. Она в кандалах еще вдобавок. У нас переодел какой-то костюм, горничная или что. Походу, да. Ну, походу, нас еще трахает сверху. Ну, он же сказал, что... Он же сказал, что пожертвует всем, чтобы... Ну, короче, сделать. Ну, короче, сказать. Ну, ты поняла. Все, я не волнуюсь. Так, у нас есть еще какие-то, может, концовки. Значит, нам не засчитали концовку. А, кстати, да. Странно. А может, она... Это... Истинная? Говорят. Ладно, давай. Я даже не знаю, какой... Ну давай не будем сбегать от Томы тогда. Давай, да, не будем сбегать. А, от Томы? Это какой-то... А, да, это последняя, да. Оно там сойдет. Да, да. Там, по-моему, не последняя. А хотя... Нет, это не последняя. Ну давай, хорошо. А ты бы меня выпустил, я не знаю. Не-не, мы тут уже решили, что мы сбегаем, кстати, да. Давай здесь. А, да, 13-й попробуй, нет? 15-й. А, это вот мой телефон. А вот. Том вернулся. Ну, короче, смотри. Так, давай на... А, еще раньше, что ли? Ну, давай, я говорю, 13. Ага. Дата 13. Да. Так. Мотай. А, почему ты спишь на полу? Ну давай, почему ты спишь на полу? И так же пытай. Ты же тоже спишь на полу, да. Аля-ля-ля-то поляет. Вот, да, да-да-да-да-да-да-да. А, так. Ну ты, а ты бы меня выпустил, давай. Хорошо, давай. Надо, со ю ваки не вайка на ю. Я понял, что. Ну мы просто вот так вот смотрим, мы чисто смотрим. Я пока не так не хочу. Но это так, как бы ты ни за что не выбрался из этой клетки. Я, наверное, положил его куда-то. Поищу его позже. Может, он прям за пол. А, это он телефон ищет. Юката. Впервые, да. Обманули. Тайсецна муно тожикомета. Так, надеюсь, ничего не поменялось. Так, сейчас смотрим. А,
Давай, ты сделай, чтобы это... Именно так. Ты же счастлива, не так ли? Уверен, что ты хочешь, чтобы я тебя выпустила, не приносила тебе игрушку. Мне жаль. Это не продлится очень долго, я найду... Ага, улику мы слышим. Улику мы слышали. Так, хорошо, мотай дальше. Так. Ну, возможно, у нас еще есть шанс, кстати, что он нас реально выпустит. 23 августа. Да. Ты журналист, да. Тогда... Ики. Так, тут что будет? Давай, я думаю, это был Тома. Типа, кого она любила? Да, да, я думаю, это был Тома. Ну, давай. Со. Кими ва соно кецрон ни ташитан да не, чицва са, боку мо соре о чотто утагатте дан да. Демо, соно ёсоу га хазурете тара ии на тте омотте та. Датте Тома да ё. Мы сейчас поговорим о Томе, о парне, который делал вещи. Да, не, я мотать не могу, потому что бы это не читали. Мы мотается только то, что мы не читали. Ну ладно, хорошо, я ему не доверяю. 以前の君はトーマを好きだったかもしれないけど。でもそれはトーマがこんなことするやつだって知らなかったから。でも君がそういうならいつまでも目をそらしてるわけにいかないよ。過去どうだったかは置いても、トーマの裏の一面を知ってみよう。今ここでそう答えたんだ。何に恋をしていたかを聞かなきゃ。 Так, тут ты меня любишь. Да, ты меня любишь. Оп, новый контент. Что ты делаешь? Я умираю. Прекрати, ты со мной заигрываешь или просто чувствуешь себя виноватым? Давайте посмотрим. Смотри, какой Артик классный. Не, Арт классный вообще. Смотри, водичка у нее стекает по рукам. Да, 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 еще есть... Да, еще вообще молодцы, ребята. Ты должна... Это делать только с тем, кто тебе нравится, не делай этого со мной. Иначе я начну верить, что ты можешь простить меня. Я не имею права дотрагиваться до тебя или даже рассказывать о своих чувствах. У меня даже нет права иметь мечты или надежды. Да, жестко. Очень страшно. Да. Игра, походу, заканчивается 24 августа. Ага. Вот я так поняла. Всё, поняли. Ну, по крайней мере, это ветка. Мы тут, короче, скажем, мне, если Тома узнает. Я думала, что в этой фотографии Тома не будет, но... Если он знает, что он знает, то он знает, что он знает. Ну, я не знаю, как долго тебя не будет, наверное. Потому что пока-пока он такой, типа... зависит от ситуации, это займет какое-то время, если это будут привычные подарки, что тебе оставляют. Масляные вещи можно смыть порошком, намного проще, если это просто чернила. Я думаю, это займет максимум 2 часа. Еще я куплю тебе подарок, это мы знаем. Да. Мы все равно пошли. Да. Ладно, мотай. А почему мы пошли? Ну, видимо, вот так. Два убежим. Да, мотай. Может, еще раньше?
Ну, тогда нам вообще все перепроходить походу надо на другие концовки, потому что я так поняла, чисто по шкалам. А у меня... Ну, видимо... Так, да, ну все, да.